Кот мог часами зачитываться Пушкина, а русалки просто боготворили его. Он только что закончил читать Полтаву и теперь благостно пушистился по дубу. Это было только на руку Алисе, потому что только от настроения чеширского кота теперь зависело, куда ей идти дальше. Пушкин не подвел. Кот пребывал в абсолютно романтическом настроении.